Приветствую, друзья. Значит, я приглашаю вас вместе с Ириной Бёрн из Копенгагена. Она приглашает, она организатор международной конференции. Я вас приглашаю, тут прикрепляю, значит, под роликом приглашение в Zoom, чтобы вошли всех участников, всех единомышленников, всех участников школы «Человек будущего» Homo Futurus. Это международная конференция, там по ковиду связанная. Там будет начало в 16 часов по московскому времени. Министр здравоохранения приглашен, главные врачи по инфекционным болезням Италии, других стран. И, в общем, я делаю доклад там где-то уже 17 часов ориентировочно. Но там будет видно. Но после этого, значит, у нас будет 11 числа февраля метод ключ для новичков. Именно для новичков. Особый, особый вебинар. Особый. Это будет очень пользительно для всех новичков. Ну, там будет и что такое синхрогимнастика, как сейчас включаю, и на чем построен ключ, и все практически будут получать пользу, тут же подбирать себе приемы, выходить в Zoom, который мы там дадим. А после этого ролика я еще вот по просьбе наших участников, мне в личку пишут и в комментах пишут, как я отношусь к эзотерикам и к гипнотизерам. Вообще, я как-то говорил в ролике о том, что такое констататор и детерминатор, с помощью которых можно быстро создавать обратную связь с самим собой, значит, аэропорт, так называемый, с человеком, чтобы управлять его состоянием. Но это очень будет интересовать, конечно, и всегда интересует людей, которые интересуются гипнозом, и как я к этому отношусь, и как я отношусь к Бехтеревой, да, потому что мы с ней общались, дружили. Там у нее в лаборатории, в Институте экспериментальной клинической медицины я проводил исследования в лаборатории Камбаровой, профессора Диляры Курбановны, где вживленные в мозг электроды, там у эпилепсиков из глубин мозга по заданиям экспериментаторов-врачей, значит, эти эпилепсики были до операции подготовлены, они с помощью метода ключ после моего обучения по их заданиям вызывали у себя состояние эйфории, состояние депрессии, из глубин мозга описали вот эти вот кривые электромагнитные колебания, которые были такие, разряды там иногда были, как при прямой электростимуляции мозга. Все это актировалось, записывалось. Все это чрезвычайно интересно. И что мне потом говорила Бехтерева, да, и как мы с ней общались. Все это очень интересно, все это будет. Да, ну, сейчас, пожалуйста, кто хочет, значит, еще раз от Ирины Бёрн, приглашаю вас на международную конференцию. Да, я прикрепляю там это объявление. До встречи, друзья. До встречи.